Жена актера Михаила Ефремова, Софья Кругликова, заявила, что артист может выйти по условно-досрочному освобождению уже весной 2024 года. УДО у нас откроется в марте следующего года. Пока могу сказать лишь, что Михаил жив-здоров, страдает. Переживает и страдает, заявила она. Адвокат Эдуард Демидов подтвердил, что Ефремов может просить об УДО уже весной. Вместе с тем суд может не удовлетворить его ходатайство, если сочтет, что Ефремов не исправился, и для этого необходимо дополнительное время заключения в колонии.